В этом году в Шалкаре были проведены работы по озеленению и благоустройству территорий. На помощь природопользователям пришла молодежь из трудовых отрядов «Жасыл-Ель». В результате озеленено 9 участков лесного хозяйства и населенных пунктов. Особенно много было высажено саксаула. Ежегодно на площади более 200 километров высаживают 3,5 миллиона саженцев. В этом году эта тенденция повторяется. Интересно, что в этом году был высажен саксаул в большом количестве. Главная причина этого следующая. Мы неспроста высадили саксаул. Во-первых, это необходимо для поддержания влажности почвы. Во-вторых, саксаул будет сдерживать потоки соли и играть роль фильтра. От работ по озеленению района не воздержался и трудовой отряд «Жасыл-Ель». Трудолюбивая молодежь постоянно работает в данном направлении и за короткий промежуток времени успела показать результативную работу. Молодежь здесь работает, начиная с 2005 года. В этом месяце сезон открыли 10 ребят. На всей посевной площади они пропалывают сорняки, поливают деревья, разрыхляют землю, чтобы была хорошая оксигенация корней саксаула. Кроме того, в районе хорошо развито лесное хозяйство. В этом году высажено 1 миллион 900 тысяч деревьев. Это большое лесное хозяйство, природоохранный участок. У нас 18 гектаров земли есть. На 3 гектарах посадили саксаул, осенью будем готовить саженцы. А вообще мы сажаем 1900 гектаров. В рамках работ по озеленению окрестностей сажаем тополь, ясень, клен и карагач. В целом, труд молодежи, участвовавшей в весенних работах по озеленению, не остался незамеченным. Напомним, что цель работы отрядов «Жасыл-Ель» – эффективное проведение досуга молодежи района при общении их к труду. Владимир Федотов, Дажан Жасуланов, телеканал «Актобе».